Всем привет, меня зовут Дмитрий Пронин. Сегодня узнаем, смотрят ли люди новости и какие чувства при этом испытывают. Радио «Веру» слушаю, православное. Свое радио. Богу служу одному, сыновья. Дай Бог вам здоровья всем. А телевизор не смотрите? Не, давно не смотрю. Раньше смотрел фильмы старые, хорошие, советские, ну, добрые. А сейчас смотреть нечего. Это миром правит сатана. Один Бог только нам помогает. А новости-то вы откуда узнаете? Ну, новости. Я не смотрю телевизор, извините. Ну, дай Бог вам здоровья. Новости по распорядку дня, не дай соврать, где-то без 10:09 и до 9 начинается, просматриваю. Каждый вечер? Каждый вечер. По Первому каналу? Смотрю новости. Хорошо. А другая альтернатива есть у вас? Интернет, может быть? Нет, интернета у нас нету. Так только в общем доступе. Ну, соответственно, новости по Первому каналу, вы им доверяете, там все показывают четко, правду. Ну, да. А какие чувства вы испытываете, когда смотрите новости по Первому каналу? Да, никаких особых. Ну, там, горд за родную страну, Америка, наш враг. Ну, такого нету, но гордость испытываю. Да, смотрю. Первый канал, второй? Ну, редко, как бы. Нет, не смотрю, честно. А, вообще не смотрите? Ну, хорошо, а может быть в интернете новости тогда? Нет. Нет? Нет? То есть вас, в принципе, не особо интересует, что происходит? Просто живете? Просто живу и все. День прошел и хорошо. Жив, здоров и все. Желательно не смотреть. Чего не смотреть? Новости? Ну, конечно. Меньше знаешь, лучше спишь. А, в интернете читаете, да? Ну, больше, да. Больше доверяете интернету? Не больше доверяю, больше времени, наверное, для интернета. Ага. За рулем, где-то между делом. До телевизора время не доходит. Я не вникаю, но есть такие нюансы, которые раздражают. Так что больше сказать нечего особо. Смотрим, милая. И какие чувства испытываете при этом? Чувства, когда возмущаюсь, когда нормально. Какие можно чувства испытывать? Когда радуюсь, когда что-то добавляют. Правильно? Радуетесь в основном за что? За нашу страну, за отношения с Западом? За страну, за отношения, чтобы нас не обижали, не нападали, никто на нас не говорили, что мы Россия плохая. Первый канал я смотрю. На Первом канале, ну что, новости? Врут они, не врут?